индикаторы, все как надо. Комары! Сейчас мы вас раздавим, комары. Так, разворачиваемся. А ты знаешь, вот на ровном месте девочка не хочет больше. Ну ты без девочки пока. Очень громко, мы без девочки тогда. А если самому-то вас сесть? Пожалуйста. Самому сесть и управлять. Попробуй. Она меня выдержит? Ну только чуть-чуть проедь, потому что она на неровностях может ковыркнуться. А она не едет? Вот это доходчиво более. А тормоз? Тормоза нет. Я еще хочу. Ну, в обратную сторону. О, хорошо, вот так вот, давай. Так. Все. Аккумулятор, а здесь? А, вот это самое, мотор. Ага. А, сейчас покажу. На бок ее положу. Давай. Ага. Вон мотор. А это как от дрели, что ли? Нет, от самоката. Переходник вот это вот. Да, весь хлам собрал. Это от ручной дрели? От получается? Ручной. То есть это какой-то редуктор, да? Ну да. Ага. Конечно, по уму надо было бы покупать промышленные хорошие редукторы. Ага. Но я, чтобы денег не тратить, весь хлам собирал. Понял. Ну так и хорошо. Делал. Это экологично. Это головка от сгоревшей болгарки от большой. Ага. Видишь? Да. Класс. Спасибо, Николай Иванович. Езжу, что, Паш, ну что ты? Ты прекрасен, как всегда.